Жик. Приветище! Да, мы находимся в Роблоксе, вот в таком необычном Роблоксе. Я сам офигел, когда зашел сюда, здесь все как-то, ну, не так, как-то пластилиново, что ли. Короче, мы здесь с тобой будем выживать. Да, у меня вот такая вот масочка, анонимная масочка, чтобы меня никто не узнал. У меня также есть огромная деревяха, которую я буду раздавать люлей. Ну и все возможные вспомогательные инструменты для добычи ресурсов. Ух! О, слава богу, здесь с высоты нельзя разбиться. Я вначале прыгнул, потом подумал, а вдруг я разобьюсь? Но, слава богу, все обошлось. Ха. Грибочки, что с вами можно сделать? Срубить? Нет, грибочков мы с тобой сегодня не поедим. О, камень. Так, смотри, у меня здесь есть квест. Вот, мне нужно срубить 13 деревьев. Воу, воу, тихо-тихо. Борзух, не надо меня калашмарить, а свой. Ты что, гриб захотел? Ай, больно-то как. О, ух ты, тут ты посмотри, их двое. Ах вы людоеды! Я думал, вы за меня, у вас такие же каски, как у меня. Нет, не трогайте меня. Засранцы, я сейчас вас гранаты закидаю. Нет, я не буду на вас гранаты тратить. Уйдите от меня, отстаньте. Божечки, это людоеды. Отстань от меня. 20 уровня еще бежит, я от всего 6. Я маленький, не трогай. Ты в курсе, что маленьких нельзя бежать? Фух, вроде все. Пронесло. С облегчением. Так, да нет, вон они еще носятся. Они еще носятся, смотри-ка, давай-ка здесь встанем вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Все, фух, да, это очень опасный мир, здесь нужно выживать одному, либо с друзьями. Смотри, там деревья ходят, это я что, грибов обнюхался, что ли? Боже мой, деревья ходят. Жуть как, о! Вокруг эти вражины. Так, надо валить отсюда по-тихому. Так, господи, это лось, фух, это лось. Так, лось, мне нужно твое мясо. Мне нужно здоровье пополнить. Так, значит, у нас есть с тобой в инвентаре Божечки, бежим отсюда. У нас есть в инвентаре мухоморы. Сейчас мы их съедим. Мухоморы, где вы? Блин, почему я мухомором бью? Воу, воу, меня дерево хочет убить. Боже мой, в каком я мире? Ай-яй-яй-яй, так, сейчас, подожди. Может, мы этого дерева больнем? Получай, получай, вот так вот тебе нафиг есть. Я дерево завалил. Сундук? Из дерева сундук упал. Чё в сундуке? Монеты, гранаты, ну и, естественно, грибы. Огонь. Значит так, нам срочно нужно раздобыть ресурсы. Ресурсы это, то есть, дерево. Сейчас мы пойдем дерево срубим. Вот, я достал свой топорик. Конечно, это больше похоже на молоток. О, деревья, которые стреляют из лука. Офигеть. Так, значит, я быстренько рублю дерево. Рубим, рубим, рубим. 4 деревяхи, 8. Отлично. О. Сундук упал. Из дерева сундук упал. Офигеть. Ай, блин, блин, блинский. Так, значит, здесь чья-то постройка. Тут чья-то квартирка. Слушай, сколько там камней. Надо туда пробраться. Как бы мне придется ломать. Давай-ка попробуем это все дело гранатой взорвать. Вот так, убегаем отсюда. Блин, граната слишком далеко улетела. Ну, как бы так, помягче сказать. Давай вот так вот сделаем. О. Ну-ка. Бомба нет, нет. Слабенько, слабенько. А, как же мне туда добраться-то? А там столько камней. Ладно, пофиг с ними. Пойдем-ка пошаримся здесь. Где камень? Мне нужен камень для постройки. О, есть! Там маска. Смотри, маска. Маска, я ее сейчас возьму. Масочка. Нулевая масочка. А, ну подожди, она такая же, как у меня. Это отстойная маска. Значит так, берем кирку. О, кирка на кирку похожа. А вот топор на молоток. Вот серьезно тебе говорю. Значит, берем кирку и калашмарим камень. Отлично. Добыча камня у меня уже 3 уровень. Место у меня есть. Все, все, пока по фэншую грибочечки. Сейчас замаринуем грибочечки. Там вон людишечки бегают. Как я ненавижу людей, надо отсюда валить. Значит, смотри, что у нас есть. Зайдем в инвентарь. Это что, это стрела, что ли, или что это? Фиг пойми. Значит, мы можем сделать... Я дубинку себе уже сделал. Можем сделать себе каску. Нет, не можем. Мы нищеброды, у нас нифига нет ресурсов. Боже мой. Лук мы можем? Нет. Лук мы не можем. 1к чего? Чего это? 1к ничего нужно и 249к деревях нужно и 75к голды надо. О, у меня только всего вот. Вот сколько у меня всего. У меня 129 мяса, 116 камней и 34 деревяхи. У меня, короче, нифига не хватает. Вот, значит, а тут что? Это у нас кирка. Как обычно, денег нету, бомжуем. Здесь у нас одеяние, на которое тоже у меня нет денег. Господи, чтобы скрафтить себе оружие или одежду, тебе нужны деньги. Что это за скубердяйство? Так, значит, бежим. Бежим куда? Нужно сделать себе хатку. Хатку, квартирку.
домик, пещеру, не знаю, кто как хочет, так и называет. Значит, рубим себе деревяху, что-то не рубится дерево. Это что, не дерево, что ли? Что за фигня, почему? А, подожди. Топор берем. Нет, топор не работает. Здесь какие-то магические деревья, они не рубятся, божечки. О, как здесь круто, слушай, опачки. Кажется, кому-то в квартирку забежал. Квартирка, как интересно, что... О, паучок! Смотри, там пауки какие мощные. Надо пойти спасти, чувак. Чувак, я спасу тебя. А, все, он скинулся с обрыва. Ну ладно, я тогда разберусь с этими пауками. Воу, как он на меня налетел. Получай, скотобаза. Нифига себе вы пухлиши летаете, как воздушные шарики. Я разобрался с этими пауками, получил яд, гранату и 12 мяса. Так, валим, а точно на меня набегут куча паучков. Ух ты, какие ребра, слушай, да тут еще походу динозавры есть. Смотри, какие здоровенные. Маська, я вижу матку. Ну-ка, бежим туда быстрее. О, да. 1000 голды. Стоит вот эта маска. Но она крутая. Я ее хочу. О, камни, пойдем камни добывать. Тарим-пым-пым. О, смотри, какое там деревянное дупло. Вот это я понимаю. Вот здесь вот можно, в принципе, реально забуриться. Ну-ка, сейчас мы расчистим здесь территорию. Вот так вот. А, я понял, как голду добывать. Голда добывается там, где в камне светится такая желтая ерундовина. Это голда. Все, я знаю теперь, где голду искать. Отлично. Значит, вот это будет мой домик. Я буду жить в дупле. Точнее, не в дупле, а в этом... Ну, похоже на дупло, но это внутренности дерева. Точнее, не внутренности, это полое дерево. Здесь нам нужно с тобой соорудить что? Забор. Конечно же, нам нужен забор. Как это все дело покрутить? Вот так. Значит, ставим вот так. Огонь. А ворота есть? Есть тут ворота? Нет? Ну, вот так. Я почти сделал. Почти. Есть! Я достроил. И тут мимо пробежал меня чувачок. Фух, он меня не заметил. Он мощный, кстати, 24 уровня. Мог бы меня здесь раскатать. Так, я хочу убрать... О, прикинь, я прошел сквозь нее. Офигеть. Я понял. Смотри, вот эту деревяху я не могу пройти. А здесь я спокойно могу зайти и выйти. Значит, это ворота. Все. А вот эти ворота нам надо убрать. Огонь. Отлично. И здесь у нас появилась руда с золотом. Ну, точнее, камень с золотом. Сейчас мы это добудем дело. Вот так. Это все тоже убираем. У меня в квартире камни растут. Настало утро, а я хочу сделать здесь побольше забор, чтобы ничьи глаза не просочились в мой дом. Вот так вот делаем еще забор. Второй уровень. Вот так, отлично. Ну-ка, пойдем со стороны посмотрим. О, реальная крепость, слушай, получилось. Значит так, здесь мне нужно поставить будет... Что? Что мне поставить надо будет? Кроватку обязательно, чтобы восстанавливать хпшечку. Поставлю возле ночных грибов. Вот так вот. Чтоб они мне как ночник светили. Вот кроватка есть, отлично. Поставлю также здесь факелы, чтобы посветлее было. Вот так вот. Поставлю сюда, конечно же, лесенку. Вот так здесь лесенку ставим. Может быть еще повыше. Давай вот так вот. О, вот это я понимаю. Полезли. Ну и через верх, в принципе, можно будет выбираться. Огонь. Что еще я могу сделать? Я могу поставить здесь стульчики. Стульчики, я же гостеприимный, да? Вот, у меня будет две табуретки. Точнее, нет, это не табуретки, это стулья. Именно стулья. Вот так вот. Два стульчика. Я могу на них сесть? Могу. И буду здесь гонять по вечерам чаи со своим невидимым друганом. Ух, мечты. Своя пещерка теперь у меня есть. И золото свое есть. Правда, оно всего одно. Поскольку игра в альфа-тестировании еще находится, здесь мало чего можно построить, но это дело поправимое. Все в будущем будет пополняться. Пока мы отправляемся с тобой на поиски древесины... Так, вот, топор достал. Древесины, и камней, и также золото. А ну и мяса, конечно, мне же мясо надо есть еще. Вот, все это мы добываем для того, чтобы вооружиться, приодеться, ну и естественно... О, сундук, огонь. Открываем. Неплохо. Ну-ка, что в пещере? Нифига себе! Вот это пещерище! Слушай, так можно было бы здесь, и там вон сколько золота, офигеть! Да, надо было квартирку здесь делать. А я там себе какое-то массивное дупло нашел. Эх, а тут апартамент прям.
Если меня мочканут, я потеряю какое-то количество ресурсов. Это уже проверенная тема. Я здесь не раз страдал от рук других людоедов, тунеядцев и крокодилов. Вон они, смотри, смотри. Быстрее, 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 быстрее добиваем и бежим отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Я стащил у них камень с золотом. И теперь они меня хотят отдубасить. Бежим быстрее. Хорошо, что у них... Ой, нет, я только хотел сказать, что у них нету лука. Но я был неправ. У них есть лук. Так что валим. Ай-яй-яй-яй-яй. Воу-воу-воу. Ай, прилетело. Так, зачетненько прилетело. Так, надо отсюда спрятаться. Куда, куда, как? Ай, да что ж такое-то? Божечки, они сейчас меня грохнут. Ай, больно как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-н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 ет. Нет, я не хочу помирать. Да что ж такое-то, отслизь. Тра-та-та-тра-та-та. Фух, неужели я убежал? Или мне рано радоваться? Давай бежим, 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 бежим. Кажется, я ушел. Вон они, вон там бегут еще за мной. Но я уже далеко. Я уже далеко. Блин, это было вообще капец как. Это было капец. Они бегут за мной до сих пор. Божечки, какие вы настырные, а? Мы бежим уже в какую-то другую поляну. Здесь нет чего укрыться. У них стрелы. Блин, как же они меня задолбали со своими стрелами. Ай, 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 больно, больно, больно. Вот так вот. Укрываемся, бежим сюда. Да что ж такое-то, застрял. Нет! Ай, скотобаза, а. Ты посмотри на него, он все-таки меня грохнул.